Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать на 9-й день войны с Clutch Case. Сегодня он будет необычный. Значит, как обычно, да, я читал комментарии ваши под прошлым выпуском, ребята, и искал что-то интересное. И вот наткнулся на комментарий Скрайт-бота. Надеюсь, я правильно прочитал, и пишет он следующее. Шиморо, открой 26 кейсов. Это среднее число от всех твоих кейсов. Чувак, представляете, заморочился, ребята, и посчитал все наши 8 дней, сколько было кейсов и так далее. И тут он считает 22 плюс 27 плюс 22 плюс 29 плюс 22 плюс 31 плюс 28 плюс 23, деленное на 8, и получаем мы 25,5, но в пользу Гейба открывай 26. Тайная, говорит. Гарантированно. Это очень интересный комментарий. Также спасибо тебе за твой комментарий, за все остальные комментарии. Все почитал, но вот этот комментарий что-то меня зацепил и стало интересно. А ведь реально, мы вычислили среднее число, точнее, Скрайт-бот. И сегодня мы будем смотреть на 26 кейсов, и это 9-й день. А на 9-й день я прогнозировал себе перчатки когда-то. Давай посмотрим, братишка, получится у нас это сделать или нет, потому что, ну, реально интересно, что из этого выйдет. Поэтому поехали, начинаем! Также я закупил, как ты видел, значки. Сегодня попробуем выдернуть значок Вой, не знаю, что из этого выйдет, но, по крайней мере, постараемся. Давай посмотрим, что за 26 кейсов сегодня из себя представляют. Как ты видишь, уже открыто почти 200 кейсов Clutch, да, за все эти дни войны. И, к сожалению, пока я не выбил свои перчатки, которые так возжелаю, вожделею и так далее. Но посмотрим, что у нас из этого выйдет, дружище, потому что всегда, всегда есть шанс выбить у Габена что-то, да, но мне здесь позагарантировано Скрайт-бот тайная, но перчатки тоже являются тайными, поэтому, в принципе, ну, неважно, выпадет любое тайное, либо перчатки, я буду рад. Интересно посмотреть на это среднее арифметическое, да, вот это вот вычисление, работает ли оно. Скрайт-бот сказал, что гарантированно тайное. Ну, давай посмотрим. Но, как ты знаешь, как бы многие ребята обещают, что перчатки будут вот с такого количества кейсов, и ничего не получается, к сожалению. Такая тенденция у нас имеется, поэтому посмотрим, что будет сейчас. Так, давай вот так вот сделаем. Ну, давай. Давай, Скрайт-бот, не подведи. Ты гарантировал мне какое-то тайное, и оно должно упасть, черт побери. А Габен мне вообще уже должен давно выдать эти перчатки, потому что 200 кейсов, блядь, это уже не шутки. Давай, 200 кейсов, Габен. 200 кейсов уже, 9-й день войны с Clutch Case. И пока что на горизонте не маячит ни одной перчатки, к сожалению. Кстати, в один из открытий, в один из дней, если ты следишь за выпусками. Кстати, Скрайбот, спасибо тебе за то, что ты следишь за всеми выпусками. Я так понял, ты прям чекаешь, тебе это интересно, поэтому спасибо большое тебе. 1 000 000 лайков Скрайт-боту за это, потому что нифига себе, надо же было так заморочиться, чтобы посчитать. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь будет происходить. Давай взглянем. Тайное гарантировано! Говорил Скрайт-бот, и нам выпадает гарантированное тайное. МП7 кровавый спорт, как и обещал Скрайт-бот. Нихуя себе, слушай, нихуя себе, дружище, нихуя себе, сказал я себе, как говорится, сидя у ясеня. Вот это я понимаю, у тебя подход, братишка, вот это да, но жалко, что это не перчатки, Скрайт-бот, но ты выполнил абсолютно все то, что написал, это просто великолепно. Написал бы там, что перчатки будут гарантированы, блин, ну чё ж ты так-то, а? Написал про тайные, черт побери. Ну вот, я получил тайные, и теперь что, мне перчаток не дождаться, что ли? Да не может такого быть. Жалко, что дешевые. Дешевая тайна МП7, кровавый спорт. Жалко, что не стат-трек. Была бы стат-трек, было бы, конечно, эпичнее. Но, блин, ты выполнил то, что сказал, черт побери. Вот видишь, братишка, видишь, как получается, а? Скрайт-бот сделал то, что обещал, черт побери. Но мне нужны перчатки, война-то идет на перчатки. 9-й, еще и да ладно, да не может быть. Скрайт-бот, 26. Слушай, надо вычислять всегда среднее, походу, число. Черт побери, надо вычислять среднее число. Слушай, мне эта тактика понравилась, ты посмотри-ка, а? Полетели девайсы у нас, это очень и очень странно. Полетели, посыпались девайсы, как говорится. И фиолки сегодня много, синьки мало, черт побери. Я не знаю, с чем это связано, но полетели скины просто на выпуске, блин. Ладно, смотрим, еще остается у нас шансы на то, чтобы выбить перчатки. Перчатки когда-то в один из них, из дней пролетали мимо вот здесь, прямо на этом столе, черт побери, проворачивались, но, к сожалению, никуда не упали. Давай посмотрим. Я знаю, мы можем это сделать, братишка. Остается 3 кейса. Тайное я уже выбил.
Черт побери, нет, не может быть. Два кейса, давай откроем их с ключами. Давай вот таким вот образом. Два кейса остается, два кейса. И это шанс выбить перчатки сегодня. О нет. О нет, last chance to do this shit, to make this shit, bro. Но сегодня очень успешный день по войне с клатч кейсами. Как бы очень успешный, очень просто. Был бы еще успешнее, если бы выпали перчатки. Но, к сожалению, нет, сейчас будем делать контракты. Но перед этим мы с тобой вскроем значок вой, наконец-то. Давай. Давай, Габин. Значок вой. Значок вой ты мне просто должен, обязан уже расчехлить. Я уже и капсул тоже этих дохрена открыл. Точнее, пакетиков, да, со значками. Давай. Давай, Габин. Не скупись. Не скупись. Дай уже мне значок вой. Я очень хочу значок вой. Я понимаю, тайная, хуяйная, вся. Ну, или бригадный генерал, неважно. Одно из двух, пожалуйста, мне подрасчехли. И значок козырные тузы нам выпадает. High Aces. Тоже, по-моему, у меня его не было. Ладно, хорошо. Хорошо. Гидра есть, тузы. У меня все практически есть, кроме как раз вот этих вот двух тайных значков. Значок канала опять же выпадает. И попадаем мы в аналы. Значок каналы и вот сюда вот, давай. Вой хочу! Мне нужен вой, Габен, давай вой! Плевое дело! Изи-пизи, лемон-сквизи. Нет, не то пальто. Что можно сказать? Ну, ты выполнил, блин, свое обещание очень четко, очень качественно, скрайтбот. И как бы спасибо тебе за это, да. У нас сегодня удача есть, я чувствую уже, перчатки близко. Я чувствую, что они очень и очень близко, понимаешь? Очень близко. Я не знаю, как тебе это объяснить, но прям, вот прям ближайшие выпуски, я уверен, будут перчатки. Я уверен, какие они будут, хрен его знает, но то, что они будут, это стопудняк. Потому что, ну, не может уже быть такого, чтобы так долго их не было. Слишком много вложено, скажем так, и Steam это видеть должен, по идее. Ну, посмотрим, конечно, посмотрим, что из этого выйдет. Давай сделаем вот таким вот образом и припихуярим сюда вот так вот. Давай взглянем. Аук, стимфалийская птица нам еще сегодня выпадает. Итого у нас две розовых получается в качестве, после полевых немного поношенных. Давай посмотрим. Конечно, это все дело не окупает. Да, никак не окупает то, что у нас имеется, к сожалению. Но, тем не менее, мы идем в нужном направлении. Стат-трек вариации я пока скрафтить не могу. А по розовым тоже у нас все как-то так. Смотри, сколько у меня аугов вот этих накопилось. Просто жесть какая-то. Просто жесть какая-то. 5 девайсов есть на крафт тайного, но, в принципе, это сейчас не так интересно, скажем так, да, сделать. Сделаем мы это позже. Ну что, дружище, сейчас идем на сайт и дрючим тайм, там, а ты скрайтбот красавчик. Поехали дальше. Ну что, друзья, сегодня мы попадаем на elitecase.net, где будем дергать передергивалку, черт побери. Передрючивалку, значит, да? Ситуация какая? Значит, навалились мне скины в CSGO, да? Это довольно радостно. Но все-таки 9-й день прошел, и до сих пор нету перчаток. Я не знаю, конечно, что будет дальше, но будем пробовать. Будем пробовать с тобой, дружище, отбамбливать, как говорится, максимально эффективно, если такое возможно. Значит, пополнял я на 2000, у меня 3595 за счет бонуса, и, соответственно, 1500 рублей можно потратить как угодно. Поэтому будем сейчас с тобой что-нибудь жестенькое передергивать. Star Wars? Чё, кейс Star Wars? Давай попробуем. Давай посмотрим, что это за Star Wars кейс? Что это такое? Что это за Звездные войны? Люк, я твой отец. Привези мне, пожалуйста, скинец. Люк, я твой отец. Револьвер R8 нам выпадает. Оставляю. Не-не-не, сейчас в контракт мы его не вношу, не вносим. Значит, оставляем пока так. BMW кейс. Давай посмотрим, что за BMW кейс. Давай по новым кейсам пройдемся и посмотрим, что будет. Господин бот, написал нам комментарий, и, соответственно, он радостно ответил за свои слова, как говорится, да? То есть он обещал мне тайное, и тайное выпало. Я не знаю, каким образом у него это получилось, но, видимо, средняя арифметическая братишка все-таки работает. Как бы, как ни крути, но сработало. Блять, какой же минус, какой же минус. Давай еще раз. Давай посмотрим. Supreme кейс должен быть дорогим, интересным, а ВП Медуза, может быть, выпадет. Кому-нибудь, но не мне явно, да? Пиксельный камуфляж за 459. Это тоже мы оставляем на контракты. Ладно, давай, может быть, коллекции передернем. Давай, чоп-шоп, каблстоун и все остальные. Ох, я не знаю, когда у меня будут перчатки, братишка, из этого клатч-кейса. Уже ты видел сам цифры, да? Сколько кейсов уже открыто. Какое огромное, нереальное, большое количество кейсов мы с тобой передернули.
И это, конечно, не может не радовать, потому что, да, как бы, чем больше я кейсов открою, как мне кажется, да, тем больше где Cobblestone. Не давай Gods and Monsters. Этот кейс временно недоступен. Ну охуенно вообще, ну охуенно. Тем больше, да, чем больше я их дерну, тем больше шанс, что я выбью перчатки. В принципе, в Стиме это работает так. Чем больше ты говна выбиваешь, тем потом интереснее все становится. Но когда в Стиме выпадает тайное, да, как это случилось со мной сегодня, соответственно, скорее всего, вероятность того, что перчатки выпадут в ближайшее время, откатывается. Но всякое может быть, потому что мне в Стиме падало и два ножа подряд, там, и три крутых девайса подряд. А кто следит за моими выпусками, тот знает. То есть у нас в Стиме было множество приключений на огромные суммы Габен мне выдавал. Но перчатки пока не хочет давать. Видимо, они слишком дорогие для моего аккаунта. Говорит, ты охуел и так зажрался, блядь. Как бы и так коллекционируешь. Аук, ход, рот. 4200 рублей? Ёманый насос. Вот это я понимаю коллекцию. Ассалт я пизданул, как говорится. Вот это я понимаю. Так, давай посмотрим. Что у нас здесь еще есть? Давай Operation Bravo теперь передернем. Окупилось сразу же одним кликом, грубо говоря, блять, вас. Я думал, я сейчас всю сумму солью. Как бы у нас там по мелочи было, но это мы в контракт запихуярим и посмотрим, что еще будет из этого. Я пока ничего не продаю, я все хочу сделать какой-нибудь интересный контракт и посмотреть, будет ли у меня удача сегодня такая, потому что, в принципе, в Стиме очень удачный день. А когда удачный день, то, соответственно, чаще всего все идет удачно. Но это чисто по моим наблюдениям. Потому что, ну вот как-то так. Так, видимо, звезды, там, фаза Луны, вся хуйня, как бы. Кстати, кто верит в такое там? Кто там, я не знаю, по каким-то приметам, по фазам делает какие-то, я не знаю, вещи, движухи? Просто я знаю таких людей, которые реально там, блядь, сегодня Луна в такой-то фазе, блядь. Сегодня мне не стоит там, например, делать вот этого. А сегодня Луна в фазе пиписьки единорога. А явно сегодня мне не стоит сувать свою пипиську куда попало. Блять, хуевое сравнение. Сейчас опять подумаю, скажут, нахуй забученный заебал, блять. Ничего такого. Ничего такого, это была шутка юмора, как бы. Поэтому, братишка, ну, как бы просто шутка юмора. Нихуя, нихуя плохого нет. Как бы шутка юмора! Я довольна. Плюс 9. Давно, очень давно у меня не было такого на элитке. Очень давно, очень давно. Описаситель новый. Это очень давно. Так, что бы открыть, что бы открыть, что бы открыть, чтобы жестко закрепить результат. Давай тайны откроем, чтобы жестко закрепить результат. Давай, и сейчас еще какой-нибудь топчик 1000 за 5 рублей, пожалуйста. Давай, неоновый гонщик. Ладно, его мы пихуярим в контракт. Итак, что мы имеем? Всякое говно мы с тобой скидываем. Скидываем, 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 скидываем. Да, вот такой вот контракт сделаем. Давай посмотрим. 2000... Создать новый контракт. Какое же говно. Так, давай вот так вот, вот так вот. Эти две вещи я оставлю. И на 1689 контракт. И выпадает нам электрический уровень, улей за 670. Ну, давай сделаем вот таким вот образом. И перейдем опять же в тайное. И дернем там тайное. Посмотрим, что там в тайном лежит. А в тайном что-то лежит. Тайном что-то гремит. Там хамелеон, блять, маленький гондон. Ладно, я чувствую, что надо на этом заканчивать, братишка. Надо на этом заканчивать, потому что, как бы, уже топчик, грубо говоря, я получил. Поэтому давай мы этот топчик заберем и осмотрим в контре. Аук-хот-рот вещь хорошая. Аук-хот-рот хорошая вещь, потому что из нее можно сделать крафт. Что значит попробуйте позже? Слышь, ты чё, куда мне позже попробовать? Ладно, сейчас все принимаем и осматриваем в контре. Ну что, друзья, а вот и наши скинчики подъехали. Вот и наши скинчики подъехали. Значит, аук-хот-рот прямо с завода, черт побери. И из него можно скрафтить градиент, либо бульдозер. В общем, пригодится такой аук-хот-рот для крафта градиента. Охотничий нож-нож, ночь. А после полевых я думал, кстати, он будет по хуже качеством, но нет, нет, нормальная ночь такая покоцанная. Значит, чем мы еще за сегодня имеем? Стимфолейскую птицу мы имеем, новый значок козырные тузы, извилины мы имеем, кровавый спорт мы имеем. И в принципе я могу сказать, что сегодня довольно хорошо нас завалило скинами. Я думаю, клатч кейс должен раздуплиться. И опять же у меня к тебе вопрос, дружище. Сколько кейсов нужно для того, чтобы мы выбили перчатки? А сегодня сработал комментарий уважаемого нашего товарища. И я надеюсь, что следующий комментарий будет твой, и он тоже сработает. Потому что... Или мне самому выбрать в следующий раз?
Как ты считаешь? Напиши, дружище, будем биться с клатч-кейсами, пока не выбьем перчатки. Это стопудово. Поэтому я не знаю, сколько еще надо. Уже 200 почти открыто, понимаешь? Это просто жесть. Может быть, даже больше 200, я этому не посчитал. Но, в общем, очень много кейсов открыто. Я не знаю, что будет дальше, но будем стараться. Поехали на следующее видео, которое есть на канале и уже ждет тебя. Нажимаешь вкладочку Жимуру Шоу просто на кнопочку и смотришь, какие видосы есть. Всем пока, друзья, и до новых встреч.